Здравствуйте, уважаемые зрители канала Записки журналиста геймера и читатели одноименного блога. Ну что, вторник, 11 сентября, московское время 23:19, и мы продолжаем проходить Far Cry 3 Classic Edition на PlayStation 4 Pro. Обязательные фразы отговорили, теперь давайте, если сегодня недолго буду, около часика, потому что есть желание сходить в ЛФР, но давайте послушаем. Нет, я остаюсь. Я нет. Операция в России идет полным ходом. Я включен в состав ОТГ-141, лечу вечером. Хорошо поработали. Спасибо, слушай, пока ты здесь, есть просьба. Помоги мне достать Хойта. Это невозможно. Проще грохнуть Папу Римского. Впрочем, можешь попытаться. Когда-то у меня там был агент, и он еще жив. Вроде. Поможешь попасть туда? Я пролечу над островом Хойта по пути в Россию. Можешь прыгнуть? Координаты скину. Отлично. Буду там. Вылет через несколько минут. С тобой или без тебя. Вот, ё-моё. Еще операция в России. Ну, как обычно, без злых русских. Ё-моё. Ой, а чё? Напрямую нельзя? Вау-вау-вау. Вау-вау. Вау-вау-вау-вау-вау. Вау-вау. Чё, вода? Ой, вода не надо, вода не надо. Ай. Ну я молодец, конечно. Пятьсот метров за 4 минуты. Это где хоть? Твою же дивизию, а? Что так лохануться? Сейчас еще какой-нибудь крокодил тут. Это как у крокодил не ловится, не растет кокос. Давай. Осталось 400 метров. Вот я, конечно. Еще эти сейчас заклюют. Вы тут сами разбирайтесь, у меня осталось не так много минут. 3. Ну вот так вот я разбил квадроцикл, как обычно. Я думал там. Ой, ё. Ух ты, ё-мо. Иди отсюда. Сейчас еще меня сожрут. Да пошли вы нафиг куда-нибудь. Контрольная точка. Так, 100 метров. Че, неужели я почти добежал? Окружает меня, выручай. Ага, сразу выручай. А если бы меня не было? Опа. Ничего себе. Так. А чё это тебя так быстро убили-то? И как я тебя выручу, если я не добегу? Да бегу.
Так, что такое? Трое этих, не могу бросить. Что за дела? Да выше чуть-чуть, вот. Так, и что мне тут? Тут недаром это С4. Так, а куда взлетная? Туда. Ой, ё-моё. Есть. Полдела есть. Полдела только. Ёмас. И сам на своей же мини и подорвался. Ну ё-моё. Так. Так. Ты теперь труп! Так. Чё, неужели я больше на этот остров не вернусь? А хотелось бы. Чё, честно говоря. Там на минах, ну давай. Неужели не сработает? Давай, сделай что-нибудь. Не понял. Эй. Бить. Я тебя не боюсь, сказал.
Зараза. Да ё-моё. Ай, не увидел. Не увидел. Да ё-моё. Так. Кто-нибудь научите его драться. Ты... Дай домой за большой пушкой. Так, ну. Неужели все? Это да. Это да. Вот это да. Как мы тут отбились-то. Честно говоря, отбились на удачу. Нет, бэкф я вернул. Так. Вот что-то надо отбить. Да, вот так это было очень круто. Это он на этой сессии в Россию полетит, да? Ну-ну. Так. Это да. Ну где-то человек 30 тут было, наверное, да? Может, и не было. Че, я буду всех? Ну, всех не всех, но... Ну, законную добычу забрать надо. Да, конечно, тут прилично мы бахнули. Опа. Ладно, я думаю, хватит тут. Вот, вот это еще возьму. Все, потому что и так как тут завались. Нормально. Это у тебя что ли тут был тут пулемет? Так, ну. Всё. Джейсон, залезай. Ты летишь на этом в Россию? Вот-вот. Ты что, сдурел? Я пересяду в Сингапуре. Ты слышал, что они запретили жвачку в Сингапуре? Слышал, да. Жвачка — это историческое прошлое Америки. Таким образом, они фактически объявили войну дяде Сэму. Спасибо. Залезай. Я сказал, залезай. Да. Кстати. Мой человек, Сэм, служит в армии Хойта. Если просвистишь звездно-полосатый флаг в Керстоне в паре здоровый хрен, он поймет, что ты от меня. Я все.
всю свою жизнь отдал управлению. И мне не удалось избежать ошибок, но я всегда был патриотом. Да, сэр. Мы почти вылетели из джунглей. Ха-ха-ха! Сейчас что-то будет. Или самолет упадет, или мы приземлимся не туда. Что это вы... Ты выдумываешь, строго спросила гусеница. Да ты в своем уме? Не знаю. Должно быть в чужом. Видите ли? Не вижу, сказала гусеница. Который пидор. А, это гусеница, да? Ха. Я думал, фирма который пидор строительная. Опа. Че, прям так без парашюта? Поверь мне! Просто раскинь руки, это сработает! Удачи в России! Я счастлив служить моей стране! Да. Да! Опа. А, слишком далеко. А куда он был лететь-то? По крайней мере, ачивку и какие-то награды в клубе Ubisoft мы получили. Надо было... Ой. Так не то я жму. Зараза. Не то жму. Совсем не то. Сейчас еще раз попробуем. Может получится я... Во! Да! Ой, ё-моё. Классно! Так. Вот и парашют. Отлично. А ты все в тигры брюках, да? Вынесу. Вольный парашютом. Вау. А круто так. Здесь тут такие рытвины, ты чё? Война была, что ли? Отлично. Реален ли этот Сэм? Ха-ха. А вот не знаем. Ну, как обычно. Начинается наше приключение. Этот остров такой каменистый. Ты кто? Куда?
Ай. Не вижу я тут. Тут какие-то другие. Я иду за тобой. Так, ну здесь-то я все возьму. Тут какие-то и белые повстанцы, и зеленые вообще. Только нет. Тигра, ты ведь меня укокошишь, поэтому я тебя оставлю здесь. Вот этих только заберу. Еще и с РПГ, мужики, и со снайперкой. Ну, труп. Есть. Доллары никому, да, никому не мешали. Платформа бортовая. Просто поехали. Фиг его знает, куда мы едем. Вот тут дорога есть. Слушайте, этот остров такой более цивильненький, кажется. Здоровый хрен. В английском это, наверное, было big deal. Ну, не big deal, а big dick. Эти, которые вас везли. Военные. Crazy cock. Сумасшедший член, а не большой. Офигеть. Здоровый хрен существует. Конечно. Давайте посмотрим, что тут. Так, сейчас давайте послушаем, что здесь будет. Эй! Эй! Пиво? Да. Я ищу друга. Наемника Сэма. Я знаю одного Сэма. В задней комнате играют в покер. В основном это парни Хойта. Попробуй что-нибудь придумать, чтобы тебя туда пригласили. Сейчас, вот я бы, будет... РПГ, я бы девчонке предложил бы денег, чтобы ты типа сходи и порадуй там ребят. Ну, попробуем с наемником поговорить. Ты куда? Догадайся. Сыграть в покер. Если нет денег на ставку, не трать время зря. Хватит? Хорошо, ты в игре. Такие, знаете, такое ощущение, будто они в контейнерах живут. Сейчас еще и в покер играть я не умею. Так. Кто тут наемник? Слева, мне кажется. Такие, знаете, как... Добро пожаловать в игру, салага. Давайте послушаем. Садись. Thank you.
Отвечу. Поднимаю. Я отвечу. Подсказка. Значит... 2. Вероятность. Наш роял. Основы. Терминология. Ну, как-то... Так. Я пас. Ставлю столько же. Так, сейчас посмотрим. Чек. Дальше. Еще. Я отвечу. Пол. Чек. Поднимаю. Я пас. Такие черти. Карл, высшая карта. Обошел я тебя, детка! Так. Начинается новая раздача. Ничего страшного. Сейчас посмотрим. Американский. Вот это слева. Я мне так и думал, что... Я выхожу. Уже? Ты хочешь продолжить, Карл? Может, нам поднять ставки? Нет, Сэм. Это я так. Гуд. Так. Думаю, с меня хватит. Ну и катись. Так. И как-то они его так отпустили. Идите за Сэмом в переулок. Так, сейчас тут что-то будет нам. Я так и думал, что заедут. На кого ты работаешь? Тихо. Я от Виллиса. Как он там? Я за него переживал. О нем ничего не было слышно все эти годы. Ну, он в порядке вроде. Лос! Лос! Куда он пошел? Интересно, а куда он делся? Слишком богат, чтобы с нами играть. Присаживайся. Так, что тут еще? А уже тут сидят черти. Так, и чего? Ой, не люблю, когда так все запутано. Так. Тут прям Ксенус или Нексус. А как он сюда попал? Давайте послушаем. Вокруг меня одни бандиты. Это тяжело. Но их так просто одурачить. Все считают меня плохим парнем, потому что я приехал из Германии. Меня повысили в звании из-за акцента. Садись. А теперь,
Что за задание? Хочу убить Хойта. Шайза. Постой. Ты же Джейсон Броди, а? Это ты прикончил Васа? Да. Почему ты сразу не сказал? Надо тебя спрятать. Хойт выпустит тебе кишки. Это будет непросто. Ты стал жертвой своего успеха, я? Теперь туземцы нападают на Хойта, а он возводит укрепление. Мы должны уничтожить всю организацию, иначе убивать его нет смысла. Пока Хойт не знает тебя в лицо. Если бы не эти... Что ты задумал? Найн. Хотя я... Точно. Ты должен стать наемником. Не спорь со мной. Это задание для двоих, и ты нужен мне здесь. Начнем с главного. Ты не должен выделяться. А? Украдем униформу. Новобранцев высаживают на берег в порту. Найди одного, забери у него все и избавься от трупа. А после этого свяжись со мной на этой частоте. Алло? Джейсон, ты попал на остров Хойта? Да. Ты почти дошел до конца пути. Цитра уверена, что ты станешь самым сильным воином племени. Все Татао будут твоими, если выживешь. Гарантирую. Я знал, Джейсон. Дойти до центра можно лишь отбросив прошлую жизнь прочь. Лишь Цитра и путь важны. Я знаю, что делаю. Удачи. Ну что, беремся за старое, в смысле. Ну, в смысле, берем аванпост. Потом. Берем аванпост, потом берем. Вышку, потом испытание. Скажешь, тоже дела хватает. Этот остров такой. Более благополучен, как по мне. Опа. Так. Тут даже дороги вроде как почти асфальтовые. И качество у них получше. За аванпост-то? Как я буду брать аванпосты, если притворимся чертом кем-нибудь? Ой. Так. Ничего себе тут. Сдавайся! У тебя нет шансов! Да ё-моё. Что? Зачем? Будем на месте через 30 секунд. У нас тактическое преимущество! Так, ничего себе. Мы подходим с юга. Так.
Зараза. Ух ты, я куда-то так хорошо гранат попал. Или пока рано. Ну, это слишком круто пока. Надо посмотреть и подумать. Посмотреть и подумать, может быть, действительно рано пока. А машины-то уже нет, что ли? Это остров, не остров. Что тут стоит? Давайте пока не будем брать. Аванпост. Поедем-ка мы. Пойдем-ка покурим-ка. Опять тут. Опять тут Ямал. Тут красив. Тут гораздо красивше, смотрите. Красивее. Так, ну. Ты один, и ты. Есть. Так. Ну, какой-то, конечно, такой. Народ боевой. Как мы туда? Да ну нафиг. Давайте я растут. Открою вышку. Опа. Тут, я думаю, уже будут такие вышки-то починенные. Вроде как, да. Почти. Так, что? Так, на всякий случай давайте сохраним видео, то PlayStation 4 просто стало подтормаживать.
И куда дальше? Опа. Собраться. Я иду по твою душу! Это уже не те, да, люди вас, а здесь меня будут убивать долго. Есть. Все. Ага. Опа. Тихо, только не упади. Ради бога. Только не упади. Потому что нам еще лезть наверх и... И как ты щит представляешь? Ой, чуть-чуть. Так. Пошли. Лезем, лезем, лезем. Далекие края. Так. Еще один сундук. И давай ломаем. Опа. Хочет с карты посмотрим. А то все непонятно. Как? Что где происходит? Так. О! Тут прям... Прям под носом реликвию. И сразу... Смотрите, а тут практически нет этих всех. Камешек и такой прочий лабуды. Так. Сходит трос. Опа. Так, не, ну нормально такие ребята, серьезные. А второй это где-то не видел я. Так. Опа. Никто не должен видеть меня, пока я не сменю форму. Так. Это что такое? Ну? Ага, то есть... Пока я не сменю форму... То есть мы вот это зря сделали все. Понятно. И как-то будем пробираться. Так. Не попадайте на глаза, пока. В провал по ступенькам. Тревогу. А, у меня же карт нет, поэтому я смотрю, что они
пустые. Угу. Тут наверняка тоже полно. Но этот остров поменьше будет. По кустам. Я стою дороже, чем мне платят. Нельзя прыгать в воронку. Большой риск. Кажется, ничего. Так, мне... Блин, нужно в пещеру. Тихо. Нельзя убивать, а то поднимут тревогу. Стелс, ё-моё. Отправлю деньги домой. Со следующей получки. Я тебя слышал. Спрячьтесь. В какой листве? Песок с водой. Знаешь, что такое песок с водой? Это грязь. Пройти мимо контейнера. Так. Незаметно проникнуть в пещеру. Ничего себе. А трупов-то? Жопа вспотела. Опа-па. Ё-моё! Пошёл этот рай! Вот хрень! Так... Не совсем... То, как хотелось... Наемники, конечно... Это не люди вас... У этих такое оружие, что... И так стреляет, быстро перемещается...
Так. Опа, давайте посмотрим по навыкам. У меня тут аж два. Так. Марафонец. Давайте марафонец и на все получится. Угу, отлично. Вот это потом поднимем. Акула и убийство тяжеловесов. Нет, или... Вот это потом. Вот это надо было поступить. Так все сложно. Даже очень сложно. Ты знаете, от такого райского острова, где ты там бог и царь, у тебя куча денег, а здесь ты раз, и тебе показывают, что ты вообще никто, грубо говоря. Сундуков тоже адское количество. Ну не так, конечно, как там. Но все же. Кстати, что за... Так, давайте сделаем создание предметов медицинские.
Вот этот листов. Так, аккуратнее. Нам надо попасть. Так. А это что? Буду держать руку востро. И что ты думаешь об этом? Смотри в оба, новичок, и увидь. Эй, это свои? Ты уйдешь. Сразу на сегодня! А! Я убью! Поднимем тревогу. Интересно. Пока не знаю, как. Честное слово. Пока совсем не знаю. Еще в таком месте сохраняется. Понятно. Я должен попасть внутрь. Еще одна попытка и завтра продолжим. Почему их нельзя просто тихонько вырезать, кстати. Тихо.
А их еще и... Чего мне сейчас не хватает? Нормальной постели. Их еще и убивать нельзя. Я должен попасть внутрь. Что это такое? Пора поджарить порося! Он в укрытии! Их еще и нельзя убивать. Ладно, давайте завтра продолжим. Попробуем на свежую голову. Как оно что? Или, может быть, в течение ночи вернусь, пока не знаю. Сейчас загрузится, я сохраню видео. Так, ну что, давайте я подожду. Еще одна попытка точно. И все. И... Там как-то... Я должен попасть внутрь. Не получается пока. Поэтому сейчас точно сохранюсь и вернусь завтра. Я взял винтовочку. О, или дробовик. Сейчас давайте сохранимся. Спасибо за просмотр. Какую-то там часть уже, наверное, 20 или 21. И до встречи в Far Cry 3. Он близок к завершению, к финалу. Потом, наверное, тоже будет что-то интересное. Всем пока.